Hello, друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам карту на подводный храм для Майнкрафта Pocket Edition. После установки этой карты в вашем игре появляется настоящий подводный храм, который вы сможете использовать так же, как и на ПК. Ну, друзья, мы появляемся вот в таком спавне, и чтобы карта заработала, вам придется установить текстуру пак, который находится в архиве вместе с этой картой. Друзья, ну появляемся вот здесь, и в сундуках у нас лежат вещи, которые вы можете взять, и, друзья, просто отправиться вот в поиски нашего храма. Но находится у нас впереди, и сейчас вы видите его на своих экранах, друзья. Он просто огроменный, и чтобы все вам было видно, вы можете выпить зелье ночного, друзья, видения, и выпить зелье подводного дыхания, после чего вы сможете сюда слегка спуститься, друзья, и вы сможете его и вправду просто исследовать. Здесь, друзья, к сожалению, вместо стражи здесь обитает спруты, и вместо босса стражи здесь обитает голем. Ну, конечно, он не враждебный моб, друзья, но каким-то чудом он здесь хорошо передвигается и может дышать. Если кто-то не понял, то здесь, друзья, полноценная вода. Но с помощью вот такого зелья эту воду мы не видим. Да, друзья, ночное зрение делает свое дело. Но здесь у нас стоят губки, которые, по идее, впитывают воду. Но на самом деле это не так, потому что это всего лишь замененная текстура. Ну и, по идее, правда, все очень классно придумано, друзья. Это целиком портированная карта, которую, возможно, автор делал сам. Ну, наверное, было так. Именно так, друзья. Но это очень большой труд, друзья. Я не знаю, что еще можно сказать. Но снаружи эта карта выглядит еще класснее, чем внутри. Она истыкана всякими иглами, друзья. Наверху стоят фонарики и многое-многое, друзья, другое. Но на улице у нас начался дождь. Да, вот такая карта. Ну, вот и уже первые баги или мерцание текстур, можно назвать ее так. Ну, что ж. На этом все. Ставьте лайки. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на канал.